Добрый вечер. Вы Лия? А вы кто? Сурков Олег Николаевич. Я сын Марии Владимировны. Спасибо вам большое за маму. За то, что помогли поймать этих мерзавцев. Это вам. Через порог нельзя. Проходите. Нет, я действительно вам крайне признателен. Знаете, далеко не каждый в наше время... Возьмите. Спасибо. Слушайте-ка. А я ведь вас знаю. Ведь это вы с неделю назад кричали там, во дворе. Ну, точно, я как раз к маме заезжал. Боже. А вы мне еще язык показали. Не смущайтесь. Это ничего, это в некоторой степени даже забавно. Послушайте, а пойдемте к нам чай пить. Мама всякие вкусности приготовила. Она будет рада. Вы знаете, я не могу. Ко мне муж сейчас должен приехать. Муж? А мне говорили... Впрочем, это не так уж важно. Я очень рад, что мы с вами познакомились. Ладно, пойду. А вы заходите к маме. Правда, заходите. Она будет очень рада. Я зайду. Когда смогу. До свидания. Добрый вечер. Добрый. Это я. Тебя так долго не было. Соскучилась. Я тоже. Тоже соскучился. А у тебя кто-то был? Когда? Ну, до меня. Буквально за минуту до моего прихода. Нет, никого не было. Очень интересно. А цветы? А, сосед сверху принес. А ты же сказал, никого не было. Ну, так он принес, подарил цветы и ушел. У него хобби такое. Всем цветы дарит, да? Да нет, не, ну что ты. Просто на мою соседку Марию Владимировну с верхнего этажа напали. Представляешь, прямо в подъезде. А я помогла, ну там, скорую вызвала, полицию. А это ее сын. Ну, пришел отблагодарить. Никитушка, ну чего ты? Так долго тебя не видела, соскучилась. Так давай, знаешь что? Руки мыть, а я ужин согрею. Согрею. Я правильно сказала? Пусть так. Чего? Мокрый. Я тебе полотенце там повесила. Голубенькое такое. Скажи, пожалуйста, а ты что, куришь? Нет. Это что? А где ты взял? В ванной на полке. Ну, так поставь на место. Давай, садись, у меня ужин готов. Ты хочешь сказать, это твоя, да? Что, моя? Для чего тебе вот эта штука? Так, мало ли. Значит, все-таки куришь? Нет, не курю. Тогда зачем? Бывает, иногда и спички закончатся. Плиту зажечь нечем. Это деда моего, покойного. Я ее из деревни привезла. Садись, ешь.
Спасибо. На здоровье. Значит так, есть не хочу, сыт. Это во-первых. А во-вторых, я сюда на 2-3 минуты заехал, потому что у меня дела, поэтому приятного аппетита. Вот такой компот. Когда теперь придешь? А вот это что такое? Где? Ты как-то странно разговариваешь. Кто, что, где? Тапки. Чьи это тапки? Тебе купила. В магазине. Чтоб ты мне тут полы не натаптывал. Забыла сказать. Хочешь? Надень сейчас. Спасибо. А вдруг на улице дождь? Ноги, боюсь, промочу. Уходишь, значит? Да. Поняла. Так я спросила тебя, ждать, нет? Когда теперь пожалуешь? Вот когда освобожусь, тогда и пожалую. Никит. Я все-таки решила зайти с гостинцами, если можно. Мам, представь себе, у нас гости! Проходите, пожалуйста. Спасибо. А мне Олег сказал, что вы не придете, что к вам муж должен приехать. Ага. Что, не приехал? Мама, вот сахар, берите, пожалуйста. Спасибо, я так. Он приехал, но уехал. А-а-а. Он ремонт делает в квартире. Понятно. Временно переселил меня сюда. Понятно. Редко он у вас приезжает. Мы с девочками во дворе решили, что вы вообще не замужем. Мам. Что мама? Ну что ты все мама? Мне интересно. А вот возьмите пирог с вишней. Мама сама пекла. Спасибо. И вот варенье. Я сама варила. Да. Спасибо. Угощайтесь, пожалуйста. А чем ваш муж занимается? Я точно не знаю. Чем-то в торговле. Угу. А вы попробуйте шанишки. Их со сметанкой лучше. Да, попробуй, мам. Да, ну хорошо, шанишки. Попробуем. Со сметанкой. Сейчас. Спасибо. Со сметанкой. Спасибо. Спасибо. Ну, попробуем. Вкусно. Завидую вашему мужу. Он, какие они вкусные, эти ваши ша... Простите, как вы это назвали? Шанишки. Шанишки. Угу. Вот. Жена, которая хорошо готовит,
90% семейного счастья. Вот. Когда вы говорите, ваш муж снова приедет? Марья Владимировна, вы лучше скажите, как вы себя чувствуете? Я хорошо себя чувствую. Нет, у меня, конечно, голова еще болит, но это все пустяки. А ваш муж... Чай пейте, 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 а то остынет. Скажите, Лия, а что вы делаете в это воскресенье? Это послезавтра. Ой, даже не знаю, а что? У нас на даче семейный праздник, мы будем отмечать. Мама тоже туда приедет. Как-то приедет? Разве вы не вместе живете? Нет, я живу за городом, в Зеленогорске. А это дача родителей. Обычно дни рождения тех, кто уже не живет, не отмечают. Но мы отмечаем. Это скорее день памяти моего отца. Я буду очень рад, если вы согласитесь приехать. И мама тоже. Ой, я правда не знаю. Пока. Хорошо, договоримся так. Я завтра вечером вам позвоню. Как же вы позвоните? Вы не знаете моего номера. Мама знает номер Елизаветы Марковны. А это кто? Это женщина, у которой вы снимаете квартиру. Так я позвоню? Звоните, чего ж, я отвечу. Хорошо. Договорились. До свидания. Спокойной ночи. Спокойной. Ну? И что, ты просто взял и уехал? Да. Просто взял и уехал. Правда, почти всю ночь не спал. Думал, обманывает она меня или нет. Да, видимо, твою девочку нельзя надолго оставлять одну. Она у тебя, кажется, ветреная женщина. В смысле? Ну, говорится так, знаешь. Ты в дверь, она в Тверь. Или как там, наоборот? Ты что-то знаешь? А что я должен знать? Так, ты заезжал. Деньги за квартиру забирал, так? Ну и что? Ну... У нее кто-то был или что? Она кокетничала с тобой? Да не было у нее никого. И заезжал я на 2 секунды. Почему ты назвал ее ветреной? Прости. Слушай, ну ты сам рассказывал про соседа, про этого, про тапочки, про зажигалку. Я ничего не знаю, просто так сказал. Ну ты сам по сути. Ты все время где-то в городе пропадаешь, она одна в квартире. Ну, мог завестись, ухажер. Вот я и ляпнул просто так. Извини. Не, в самом деле, старичок, ты как будто не в себе. Не в себе. Извини, ну, отселил ее, а сам пропал. Надо будет заехать. Надо будет к ней заехать. Слушай, у меня вчера действительно было неважное настроение. Много работы, еще ремонт. Ты меня слышишь? Вот. Ну, ты там давай не кисни, а то мне уже самому на душе кошки скребут. Давай так, я сегодня к тебе приеду, а завтра мы обо всем поговорим и проведем день вместе, ладно? Ладно. Тогда я тебя вечером ждать буду. Жди, я обязательно приеду. Ну все, пока, я уже на работе, целую тебя. Никита Васильевич, а? Простите, у вас там посетитель. Какой еще посетитель? Перезвоню. Ну и где тебя носят? Да ты сейчас здесь маринуюсь. Короче, тут такое дело, я в бутике залог оставила. Угу. Зашла случайно, прикинь? А? А тут, вот погляди, решила взять вместо накидки под платье. Какая тебе больше нравится, это или вот это?
А главное, стоит копье. А копье это сколько? Это 5. А это 7. 5 и 7 чего? 1000. Евриков, конечно. Кит, ну это же норка. Чего так смотришь? Ну какую брать, эту или эту? Эй, молодой человек, обратите внимание на девушку. Какую брать, эту или эту? Ну, если копье, бери обе. Ты прелесть. Кстати, ты вечером, когда домой будешь заезжать, одень что-нибудь поприличней. Зачем? Ну, не в этом же ехать на ужин. А как? Какой ужин? А тебе что, папаня не звонил? Нет, мне никто не звонил. Ну, значит, позвонит еще. Приехал его партнер из Москвы. Павел Михайлович, ты его видел. Так вот, вечером едем в папин любимый кабак за город. 8. Да, но я... Да, но? Я не планировал, у меня вечером дела. Кит, ты что, припух? Какие дела? Отбросьте дела к чертовой бабушке. Павел Михайлович Власик очень серьезный человек. К тому же, после ужина они с папаней поедут в клуб, а мы с тобой можем к тебе поехать. Ты рад? Я? Я? Да. Тогда поцелуй меня немедленно. Алло? Здравствуйте, Лия. Это Олег. А, это вы? Я обещал позвонить вам сегодня вечером. Да, я помню. Только вы знаете, я не смогу поехать к вам завтра. Не сможете? Почему? Нет, не смогу. Дело в том, что... Ой, а у меня другой телефон звонит. Вы сможете немножко подождать? Ну да. Подождете? Конечно. Алло, да. Лия, дорогая моя, извини, что не получилось раньше позвонить. Слишком много работы. Вот только сейчас смог освободиться. Ничего, я тоже еще не совсем готова. Ты едешь? Да в том-то и дело, что нет. Просто появилась очень важная встреча. И я никак не могу на нее не приехать. Тебя сегодня не ждать? Думаю, все закончится слишком поздно. Завтра? Ну, чего ты молчишь? Завтра ты сможешь приехать? Боюсь, что завтра тоже не получится. Ну ладно. Тогда в понедельник. Да, в понедельник. Точно. Вот что бы ни случилось, я буду у тебя. Ты слышишь меня? Да. Я слышу. Конечно, я слышу. Никитушка, родной, только ты приезжай, ладно? Я приеду. Обязательно приеду. Я целую тебя, моя хорошая. И я целую. Ну... Давай, я за рулем. Пока. Пока. Алло. Вы куда-то пропали надолго? Я... Нет, я здесь. Ну что ж, Лия, очень жаль, что вы не сможете завтра присутствовать на нашем семейном торжестве. Честно сказать, я очень надеялся. Да и мама сильно расстроится. Вы знаете, я подумала, я, наверное, смогу. Что вы говорите? Правда? Да. У меня планы поменялись, я смогу. Прекрасно. Это здорово. Тогда я прямо сейчас еду за мясом. Зачем? Ну, есть тут один ресторан. Там можно купить хорошее парное мясо. Вы шашлык любите? Люблю. Наверное.
Тогда я вас больше не буду задерживать. Значит, до завтра? До завтра. До свидания. Добрый вечер, Олег Николаевич. Здравствуйте. Давно вы у нас не были. Дела, уважаемая Татьяна Антоновна. А вы к Алику за мяс. Да. От вас ничего невозможно утаить. Сейчас распоряжусь. Саша, иди сюда. Добрый вечер. Здравствуйте. Заметил. Любимый галстук. Ничего, бывает. Я чего хотел тебя спросить. Пока Сани рядом нет. Светка-то у тебя холостая? Не понял. Ну, в смысле, наследника зарядить еще не успел? Мы пока не думали об этом. Это правильно. Сначала надо филиал раскрутить, а уж потом. Ладно, пошли. Пятно не оттерлось. Да хрен с ним. Купим. Я аж за другим тебя сюда вытащил. Сашка. Сашка внуков сильно желает. Но ты не торопись. В общем, это между нами. Окей? Окей. Ладно, пошли. Кто здесь за мясом? От Алика. Паш, ну ты со мной, да? Ты понял? Господина Суркова, мясо шеф-повара. Вот идиот, а. О, а куда вы запропастились-то? В туалет, я могу отлучиться? Да, конечно, извините. Спасибо.
неудобно. Ну, неудобно, когда сын на соседа похож. Целую, а то никуда не пойду. Хорошо. Так, в первом классе целуются. Давайте, покажу. А как ваше самочувствие? Голова не болит? Да нет. Пустяки голова. Ой, тем более в такой день. Мы его всегда отмечали так дружно, весело. Компания у нас была замечательная. А Николаша, ну, это отец Олежа, он вообще шебутной был. Шутил, на гитаре играл, пел, все его просто обожали. Между прочим, когда мы с ним познакомились, Леечка, так он мне уже на второй день сделал предложение. Да вы что? Да. И представьте себе, я согласилась. А? И ни разу в жизни не пожалела об этом. Ни разу. Шуня моя дорогая, здравствуй. Леечка, познакомьтесь, это наш старый друг. Да, здравствуйте. Олежек, ну вы поболтайте пока. Леечка, потом подходите к гостям, я вас познакомлю. Я Виктор Евдокимович. А? Да. Ну, привет, пошли. Ребята, я приехала. Девчонки, наливай. Вова, наливайте. Ли, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Будьте здесь, как у себя дома. Спасибо, я не стесняюсь. Хорошо у вас, уютно. Да. Только я редко сюда приезжаю. А вы в Зеленогорске один живете? Пока да. А почему без мамы? Ей, наверное, скучно одной. Думаете, я не звал ее? Звал. И не раз. Даже настаивал. Ну что ей там делать? Я постоянно на работе, а в городе у нее подруги, поликлиника рядом. В общем, не хочет она переезжать. Олег Николаевич, угли дошли. Девочки, несите Иду. Я пойду воды, готовить мясо. В особых случаях я никому это не доверяю. Даже своему повару. Вы не скучайте. Да, и вот еще что. Когда все закончится, можно я вас провожу? Ну, конечно. У меня к вам серьезный разговор. Девчонки, у вас какое венцо там? Я ушел. Красненькое. Он и беленькое стоит тоже. Не, воду мне не надо. Сереж, тебе нужно еще корзиночку. Мия! Вот, ой, вот сейчас найдем. Идите к нам. Да, Сереж, сейчас Павел Алексеевич не съест. А? Отлично. Ну вот что ты опять раскрыл. Как заказывали. Так надо завернуться. Спасибо, Витечка. Да, это старые. Ну как? Да, хорошо. Падают. Сделаем. Здесь ему почти годик. Смешной. А здесь он совсем маленький. 8 месяцев. Николаш нас снимал. Гриш, ты знаешь, я хотел бы с тобой поговорить. Да, я слушаю вас внимательно. Это правда? Что?
что тебя женщины любят? Ну, в смысле, ты понимаешь. Конечно, я понимаю. Объясни, почему? Почему? Я думаю, что я их понимаю чуть лучше, чем другие мужчины. Во всяком случае, мне так кажется. Смотрите, какой забавный. Это вы? Ну, так это было почти 40 лет назад. А теперь вон какой. Допустим, есть женщина, которая тебе нравится. Но у этой женщины есть жених. И совершенно случайно ты узнаешь, что у него есть другая. Более того, тебе удается заснять их свидание на видео. Как бы ты поступил на моем месте? Ты бы стал показывать этой женщине запись? Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы эта женщина принадлежала вам? Ну, тогда не показывайте ей никакого видео. Вот как? А почему? Ну как почему? Потому что женщины не любят, когда кто-то пытается причинить вред их любимому человеку. А что же мне делать? Ничего. Ждать. Пока она сама не поймет, что из себя представляет ее жених. Дорогие товарищи, я не ошибся. Действительно, товарищи. Потому что я надеюсь, среди нас господ нет? И уже не будет. И это главное. Начинается. Господа в Париже. Витька, я тебя прошу, давай покороче. Маш, ну ты это, сиди там, альбом листай. Я знаю, что надо сказать. Да не слушайте вы его. Ничего он все равно путевого не скажет. Вот, лучше посмотрите. А я вот тут недавно был в Москве. Какой миленький. И понимаете, попал на Ваганьковское кладбище. Вы знаете, сколько там достойных и знаменитых людей похоронено? Да, да, да. И ученые, и писатели, и артисты. Да вот что, далеко ходить. Володя Высоцкий, да? Да, Володя. И да, вы знаете, да, рядом с ним, под таким вот пятиметровым мавзолеем, читаю, лежит неизвестно кто. И я спрашиваю у экскурсовода, да кто это такой? А он мне так: да вы что? Это же известнейший бизнесмен. Слышите, бизнесмен, а? Да Володя, может быть, при жизни ему бы и руки не подал. Ну да что же это такое, боже мой. А Колька, он честный был, справедливый, для людей все делал, от чистого сердца, чтоб какая-то польза от его труда осталась. Правда? Правда. Это правда, чистая правда. Конечно. Вот за это я его люблю и помню. И помнить буду, пока самого туда на кладбище вперед ногами не понесут. Ну, Вить, ну что ты? Так что, Колька, ты, дружок мой, ты в это. Погоди, скоро увидимся. Витюша, успокойся. А вот эту фотографию Олег у меня выкрал, когда ему лет 10, наверное, было. А все почему? Потому что у него тут пипка голая. Вот. А гости смотрят, ну вот он и стеснялся. А вот и горячее, дорогие друзья. Приготовлено по рецепту моего отца Николая Валентиновича. О, молодец. Мама, Лия, идите к нам. Ну, давайте поедим, Лиечка, а все остальное я вам позже покажу. Ребята, давайте под горяченькое. Пойдем. Любимую Колькину песню. А? Да, точно. Давайте. Он слышит. Наливаем и запиваем. Так. Давай. Проходите. Здрасте, девочки. Садитесь. Нам быстрее. Девочки мои дорогие. Пока горячие. Ну, ведь тебе так слова. Присаживайтесь. Ну, запивай тарелку. Я когда-то состарюсь. Память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Спасибо. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море, я за это, ребята, вам спасибо скажу.
Давай пополам. Лишь бы я возвращался, знаменитый старый. Лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, Олег, бери. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Кстати, как вам шашлык? Понравился? Очень вкусно. Видите? Я еще и готовить умею. Лия, мы сейчас завезем маму, а потом вы бы не могли пригласить меня к себе на чай? Помните, я говорил, что у меня к вам есть серьезный разговор? Хорошо, поговорим. Вот, пейте на здоровье. Спасибо. Сахар? Нет, я без сахара. Так о чем вы хотели со мной поговорить, Олег Николаевич? Горячий. Подуйте. Кстати, а почему вы меня все время зовете по имени-отчеству? Зовите меня просто Олег. Хорошо, попробую. Ну, значит так. Не знаю, говорила вам моя мама или нет. Я работаю в одной компании. У меня хорошая должность, приличный заработок. В общем, сейчас речь идет о длительной зарубежной командировке в Канаду. Года на два. Но есть одна загвоздка. Представители канадской фирмы предпочитают, чтобы у них работали семейные люди. Ну, а я, как вы знаете, не женат. Чего же не женаты? Да как-то не сложилось. Ну, сначала учеба, потом работа, потом бесконечные командировки. И, конечно же, мама. Мария Владимировна. А вы знаете, она всегда предвзято относилась к девушкам, которые мне нравились. Она посвятила мне всю свою жизнь, и я не могу не считаться с ее мнением. Поэтому... Знаете ли, я вам предлагаю... Не то. Короче говоря, выходите за меня замуж. Я? За вас замуж? Нет, вы только не торопитесь с ответом. Вы подумайте. Вы очень хорошо подумайте. И имейте в виду, я действительно очень перспективный. И на фирме меня все уважают и любят. Ну и потом вы, кстати, очень понравились моей маме. А это, знаете ли, это большая редкость. Олег Николаевич, ну… Нет. Вот вы сейчас ничего не говорите. Олег Николаевич, ну как же вы не понимаете? Это невозможно. Ну вот, опять Олег Николаевич, да? Ну ладно, ну просто Олег, ну все равно. Это невозможно, я не могу за вас пойти. Почему? Потому что я замужем. Но это не так. Это неправда. Вы простите ли я, но так случилось, что я точно знаю, что вы не замужем. Нет, я замужем. Ну вот зачем вы меня обманываете? Я вас не обманываю. Тогда где ваш муж? Он ремонтирует свою квартиру. Временно переселил меня сюда. Ну я же вам говорила. И вы с ним зарегистрированы в ЗАГСе? У вас есть свидетельство о браке? Неужели это имеет какое-то значение? Имеет. Для меня имеет.
Я думаю, что для вас тоже. Нет. Для меня нет. Хорошо. Давайте все обсудим по-другому. Я вам делаю официальное предложение. С регистрацией, со штампом в паспорте. Я вам предлагаю безбедную жизнь. Не здесь, за границей. Господи, ну неужели вы не понимаете, что эта страна, она обречена на нищету? Здесь хорошо могут жить только избранные. Это национальная традиция. Вы видели сегодня маминых гостей? Они хорохорятся, песни поют, сколько мы сделали для этой страны. А что страна сделала для них? Она их просто забыла. Бросила им подачку в виде пенсии, на которую не то чтобы жить, существовать невозможно никогда. А я всякий раз ищу повод, чтобы их собрать вместе. На какой-нибудь праздник. А знаете, зачем я это делаю? Да просто для того, чтобы их элементарно накормить. И все-таки мое предложение остается в силе. Подумайте. У вас еще есть время. Простите, Олег Николаевич. Я надеюсь, что когда я вернусь, вы скажете мне «да». Я скажу «нет». До свидания. Mm-hmm.